В Акмолинской области сегодня прошел семинар для представителей райакиматов и маслихатов по пропаганде и популяризации государственных символов. Перед началом тренинга для его участников организовали экскурсию в музейно-мемориальном комплексе «Алжир». По их словам, тот объем информации о госсимволике, который дается сегодня в школах и вузах, недостаточен. Необходимо вести популяризацию системно. Также делегаты говорили о правильном размещении госсимволов в наружной рекламе, плакатах и стендах в частных организациях и госучреждениях. Я считаю, что эта работа она должна проводиться систематически, не только лишь визуально видеть и знать слова гимна, это особая задача, и мы в этом направлении работаем. Я думаю, что данная работа она должна проводиться всегда.